Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Помните, я вам звонила? Да, помню. По поводу свалки и кладбища. Ну, скажите, пожалуйста, как там все убрано теперь? Да. Потому что интересуется. То есть все, мусора там нет, ни на кладбище, ни рядом, и ветер не принесет его снова? Нет, почему? Ветер-то может принести, но все убрано, все и на кладбище, и... Ну, как вы думаете, прошло? Ну и рядом тоже мусора нет. И территория, которая прилегающая к вот этой площадке, вся она убрана. Thank you.